Это вторая моя локация. Рядом растет туя. Сентябрь, середина сентября. Что буду уже ставить западок на вышку. Этим видео я начинаю сезон охоты на птиц, смотреть, кто летит, кто не летит, какие птицы прилетают. Буду ловить на классический западок. Корм все есть, вода есть, вон там где-то щеглы поют. О, давайте, значит, продолжу. Чижиха моя держанная в вольере, все лето прожила. Сейчас пойду щегла поймаю своего держанного старого, потому что молодые щеглы все с канарейками, самками. Черноголовый щегол линяет. Этому держанному больше 6 лет. Хвост тоже половина уже осыпался, посыпался. Где-то щегол поет. Ну, поставлю на вышку. Первый щегол в этом сезоне. Молоденький. Что, на голове даже красного нету. Вот какой. Сейчас тебя отпустим. Посмотрим и отпустим. Лети. Поставим дальше, посмотрим. Может, что-то красивое прилетит.
воробей. Молоденький воробушек. Еще один щегол поймался. Это прям молоденький. Маленький еще. Еще даже, наверное, кормят родители. Вообще маленький. Видите, какой маленький. Будет взрослеть, у него будет на лице образовываться красная маска. Видите, какой маленький. Он еще пищит, наверное, родители кормят еще. Видите, маленький прям. Мальчик с пальчик. Видите, молодец. Таких брать не нужно. Пусть они учатся еще жить в природе.